В этом году в Кирове по вине неопытных водителей произошло больше сотни аварий. В них погибли 7 человек, 170 получили травмы. Такие данные привели в городской автоинспекции. За год водительские права получили больше 10 тысяч человек. Часто, рассказывают полицейские, новички превышают скорость на дорогах, не пропускают пешеходов или лихачат на перекрестках. 10 начинающих автомобилистов спровоцировали аварии, когда были за рулем пьяными. Полицейские призывают автовладельцев быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.